Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта! Опять мы с вами, опять развлекаем вас чем-нибудь. Что у нас сегодня красивого? Во-первых, оттаивает озеро Сердца, которое вы видите. А во-вторых, на него светит солнце. То есть часто вот здесь, в этой месте, очень много, как вам так сказать, облаков и так далее. И солнце, озеро скрыто. Оно закрыто тенью. А сейчас смотрите, как красиво на него, как красиво мы несемся мимо скал острых. Здесь красивый прокотик. Мы причем в роторе сейчас, к сожалению, дует с другой стороны. Но не важно. Оп, хотя здесь потоки есть. Ну и теперь ракурс на озеро. Я попробую сделать пару спиралей здесь, пока высота будет позволять. Ну и можно полюбоваться в сласть и помечтать, как сюда можно прогуляться. Сюда идет тропа, и сюда можно и нужно сходить. Смотрите, как красиво. Редкий случай, когда здесь восходящий поток стоит. Поэтому мы даже практически в наборе над озером. А вот второе, смотрите, спит сбоку. И, кстати, два озера Сердца. Сейчас я сделаю зигзаг, вы увидите это. Посмотрите, видите, второе озеро. Вот, раз. И второе озеро. Да, смотрите, идеальная погода совершенно для того, чтобы здесь похулиганить. Значит, план мой какой состоит? Я сейчас немножечко снижаюсь. И потом на предельно малой высоте попробую промчаться над озером. Должно быть очень красиво. Я думаю, вам понравится. Сейчас сколько у меня скорость? Так, закрылок на троечку. А, я сам перекинул. Представляете, планером сейчас никто не управляет. Потому что Миша тоже снимает. Но на секунду управление можно отпустить, ничего страшного. Смотрите, вот ручка раз, ничего не происходит, планер сам летит. Вот такие скалы вокруг. Ну не бойтесь, это я уже 100 раз делал. Планер вообще штука устойчивая, очень хорошо летит с брошенной ручкой. Но ее лучше, конечно, не бросать. Так, ну что у нас с высотой? Ну вот, наверное, давайте, наверное, с виража пройду. Правый вираж, как вот я сейчас вам снимаю. Мне просто должно еще высоты хватить отсюда выйти на оплата 200. Ну вот на 200 я сейчас прокручусь. Я правым виражом еще ни разу не ходил здесь. Попробуем. 200 нормально. Устойчиво фигачим. Вот нисходняк попали. Закрытая получается конфигурация. Неприятненькая. Я, конечно, капельку очкую. Ох, бля. Лихо. Ох, лихо получилось. Эх! Вот так вот. Ух! Ух! Тут уже и на ручке усилия, будь здоров, скажу я вам. Вот, и прямо по курсу еще будут озера. Сейчас я вам поснимаю. Опа! Одно. Вот над ним, кстати, можем сделать. По высоте сколько? 150 скорость. Все, отлично. Сейчас ныряю. Увеличиваю скорость. Смогу сделать вираж над ним. Оп. Тоже низенько. Оп. Видите, голос дрожит. Я сконцентрирован, друзья мои. Это вам не халява тут по этим скалам метаться. Вот, красиво получилось. Вот оно сзади осталось. Это будет прогулка сотни озер. Отлично. Ну и теперь еще одно озеро очень мне нравится. Здесь у нас база какая-то, видите? И у этого озера совершенно потрясающий цвет. Вот цвет, я не знаю, передает вам камера или нет. Ну, должна передавать. И вот здесь вот на этом озере рядом, вот сейчас куда показывают крыло, палатку ставит народ. Палатка стояла недавно. Вот эти вот наверху. А, кстати, вот люди. Люди, вон, смотрите. О, как мы сейчас с ними пошалим. Они так обрадуются, когда мы до ними пролетим сейчас. Вот. Пробуем. Я вам держу озеро в ракурсе. Так, скорость 180, запас есть. Сейчас я смещусь в горы. Немножечко высоты подброшу. И как раз на вираже будет удачно. Чтобы вы понимали, как я летаю. Вот тут эта плата, это все замкнутая формация. И вот сейчас я могу уже дугой пройти рядышком с нашими друзьями альпинистами.
Вау! Вот они, смотрите. Машут нам руками. Эть. Впереди склон. Эть. Мы его прошли. Ну, что, Миша, там? Как ты там? Живой? Так, скорость достаточная. Еще на один кружочек хватит. Вот, смотрите. Планер — это совершенно потрясающая штука. Это бездна энергия. Это энергия, которую можно переливать туда-сюда и обратно. Я сейчас увеличиваю скорость, снижаюсь. Вот наши друзья, вот озеро. Вот, смотрите, щелочка, через которую я сейчас буду, как в боевиках тут на самолетах летаю, так и я сейчас. Эть! Скала осталась слева красивая. Так, ну и вот впереди облако, на которое надо дунуть и набрать высоту. Вот такой вот был рок-н-ролл, ребята. Не рекомендую повторять, потому что на самом деле очень многое зависит от погоды. И сегодня правильный ветер. Я примерно знаю, как там все скалы обтекаются и прочее. Ну и, в общем-то, все равно, видите, так голос так дрожит. Это все-таки так не так просто дается. Концентрация и так далее. Вот. Но так на планере можно. И мы с приличным запасом все делали. То есть не сказать, что мы сейчас подвиг совершили. Ну, да, там чуть-чуть похулиганили. Вот. Но вот так красиво можно летать на планере. Приезжайте, научу. Хе-хе-хей, Анимар. До новых встреч. Миш, забирай.